Станица на Тухаевской каждый школьник знает имя Алексея Палатиди. Герой Российской Федерации ценой своей жизни спас солдат от смерти в Чеченской Республике. В честь этого сильного и мужественного человека был создан сквер в станице, где он родился. Надо радоваться тому, что в нашей стране есть такие бойцы. Есть такие люди, которые ради Родины готовы умереть, не предать. И он не предал. И он, будучи взятым в плен, не сломался, претерпел муки, претерпел издевательства, но как боец не сломался до последнего, поэтому над ним глумились, издевались над ним. И он показал пример доброго воина, преемственности тех славных воинов, которые были в нашем Отечестве всегда. Вечная ему память, Царство ему небесное.